Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение. Номер 5 на странице 99 под цифрой 2 учебника математики для 2 класса, автор Драфиева. Мы должны запомнить данную таблицу. Уменьшаемая, вычитаемая, разность. Чтобы найти уменьшаемое, мы будем складывать. А чтобы найти вычитаемое и разность, вычитать. Вычитаемая 6, разность 12. Чтобы найти уменьшаемое, к 12 прибавим 6. Получится 18. Уменьшаемое 18, вычитаемое 13. 18 минус 13 получается 5. Вычитаемое 8, разность 7. 8 плюс 7 получается 15. Уменьшаемое 12, разность 3. 12 минус 3 равно 9. Уменьшаемое 14, разность 4. 14 минус 4 равно 10. Уменьшаемое 17, разность 6. 17 минус 6 равно 11. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.